Для того, чтобы войти в сервисы Google, создан сайт. Который называется in4.ru. In значит начать, в. Обратите внимание, можно, что везде есть индивидуальная заставка школы. Она будет впредь изготавливаться путем проведение конкурса среди школьников, которые будут рисовать свои варианты. Чтобы войти в любой из сервисов, приведены 4 фигурки. Понятно, что это почтальон Печкин, значит войти в почту, это документы Google, это сайты Google, а это календарь Google. 4 основных сервиса. При входе будут спрашивать пароль, поскольку я на домашнем компьютере работаю, то здесь уже введен мой пароль. Я могу войти. Здесь тоже заставка, лейбл школы. В документы Google требуется тоже ввести пароль. Давайте войдем в документы Google. Здесь уже накоплено в моем аккаунте несколько документов. Презентация, организация. Ну и напомню, что здесь можно создать документ из следующей серии. Текстовый документ, презентация, электронная таблица, форма, рисунок. Можно подключить другие приложения, которые находятся в магазине приложений. Теперь я отсюда снова выйду. И следующие сайты. При заходе на сайт он требует уже авторизоваться. И я введу свой пароль. Сайт пока создан один. Но заставка тоже самая. Если я войду в этот сайт, то это как раз тот самый сайт, с которого мы начали. И, наконец, календарь Google. Здесь уже она заходит в мой аккаунт, поскольку он открыт. И в календарь это особая статья, поскольку в школе сопоставление всех календарей школьников и учителей дает огромные возможности при планировании учебных занятий, распределении кабинетов и так далее. Сайт предназначен для начинающих пользователей, а продвинутые или кто уже имеет хоть какой-то опыт, быстро поймут, что вот этот вот значок, который здесь стоит, позволяет переходить из сервиса в сервис совершенно безболезненно. Войти в почту, войти в Google Drive, Google Диск, войти в сайты, войти в календарь, войти в контакты и еще несколько сервисов, карты Google, YouTube, переводчик новости, блогер фотографий, это Пикассо. И Люси Чат, Смартшит, который мы еще будем рассматривать.